пойду выпивать. Кружка для их узора, а на пару начихать он как вода. Чтоб давно не пропадать, лучше врать и говорить, лучше выпивать. Выпивать! Наша музыка разносторонняя на самом деле. У нее просто как бы может ядро панковское в этом плане. Но мы же играем совершенно разноплановым темами. Мы любим регги, мы любим ска, мы любим хард-рок, мы любим хардкор, мы любим. И все. Фольклор, ёлки, тот же самый. Не верить, но захватывала играть панк в Штатах. Ребята брали в руки гитары, причем не обязательно умели играть. Сочиняли свою музыку, в которой говорили на понятном для своих языке об интересующих проблемах любви, сексе, свободе и политике. Репетиции чаще всего проходили в гаражах. Так возникло движение гаражного рока. Работали для себя, не ради денег и славы, а пели не о глобальных проблемах, а о том, что было рядом, о школах, о колледжах и о районах. Для Америки движение панков прошло безболезненно. Зато спустя 2 года гром грянул в Англии. Пришли времена Sex Pistols. Ой,
нашего земля! О, наш новый горе! Начинай! Постель. И с глупыми мордами вдаль поглядели, туда, где восходит веселый рассвет, туда, где свинел, где надо жрать! Мы изначально идейно взяли за полностью рок-н-ролл, осваивание рок-н-ролла. Начали, естественно, вот там, ну, Beatles, Elvis Presley, Rolling Stones, потом Led Zeppelin, Deep Purple, потом Sex Pistols, и уже весь панк-рок. И потом вот, уже вот еще, пожалуйста, весь рок-н-ролл. Мы рокеры. Понятно, в смысле, что как протест против. Естественно, тем более панк-рокер, это последняя революция против, ну, попсы было, чтобы обратно возродить рок-н-ролл. Подошла, я не могу поверить в этот вздор. И на лица внутри она нашла, и из головы его торчал большой топор. Шла! Ты только дочка батьку не брали, он бы не смог поверить в дальше жизнь. Он был в ржатых ранах и лежал в крови. Я пожалел ребенку и решил родить. Покажу! 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 Покажу!
ангелы, ваши золото палатом подпал. Мы живем топором, в руку смерзал. Пах, пистонос, который врежет металл. Вот это чек, порезал чел, порезал. Из трупа милой, простоял я, простоял. Танцев, вот это, как бы, для человека, который не понимает, и вот то, что он видит, допустим, люди берут тогда все за грудки, да, и начинают прыгать, танцевать, да? Они думают, что они дерутся, что это агрессия, понимаешь, да? А они просто танцуют, понимаешь, да? В Питере, да, и юбилейный, предположим, у нас, да, вот, делаем мы концерт юбилейный. Туда же придут, например, люди совершенно всякие разные, понимаешь? Сперва я знаю, что там боятся, да ну нафиг там, чего я пойду туда, там меня побьют, нафиг, что такое, понимаешь? Не, потом спокойно идут, никто там не бьет, а знаешь, даже такие мнения бытуют. Вот, например, девочка, представь, девочка одна пошла на концерт, говорит, вот боялась я там панки, все дела, думала, блин, там вообще черт не знаю, что сделать, вот, да изнасилую, да. А говорит, нет, смотри, при чем? А говорит, а панки оказались такие веселые люди, блин, елки-палки там, блин, сразу там что-то вокруг бегают, что-то прикалываются, веселят, там заботятся, там, не знаю, там даже на последние деньги пиво мне покупают. Классно вообще, понимаешь? Что тебе способно резко изменить? Много книжек я читал, много кусок выбрал. Всегда не дано от меня, но сюда и все скрыть. Я это видел, как душа не так часто шлёт. Жаль, что ты тогда поверить не смогла. То, что он твой приятель, такой, как свет. Ты осталась не вдвоем, из банка ничего не дает. Что для всех опасно, как любить тебе. И ты попала к настоящему колдуну. Поклонников, кого вы можете выделить, кого-то ваших любимых среди вас? Ну, то есть какой-то, может быть, свой возраст есть? Поклонников. Обширную. Сложный вопрос. Возраст тут не может быть. Вопрос есть в другом, насколько люди понимают, правильно понимают то, что мы делаем. Это самое главное для вас. Потому что бывают всякие, типа, как бы фанаты, а чего им нужно, чего они хотят. Бред какой-то. Фанатизм — это ты, в принципе, отдаешься ради какого-то дела. То есть, ну, с другой стороны, даже сама пожалуйста. Да, разве что, знаешь, как бы вот мы, например, не сторонники иметь, заводить себе кумиров, идеалов. Спасибо, что ты был, спасибо, что ты был. Он не знает, что я кажу!
мечтал, парнишку, я вас вспомнил! Я не сижу в лохмаре на звуке, думаю, чего еще жить уже не будет, он не знает, что такое жизнь, он не знает, что такое жизнь. С появлением Sex Pistols старая добрая Англия потеряла покой. С ними боролись, запрещали, до смерти боялись самой панк-революции. Важно было покончить с теми, кто мешал всем спокойно спать. И панк разрешили. Из панка сделали доходный бизнес. Скоро известная фирма грамзаписи предложили Sex Pistols контракт на огромную сумму. На горизонте забрежили крупные деньги. А значит, панк и протест вместе с ними сошел на нет. Панк пустили на телевидении и на все эстрадные подмостки. Так началась новая волна. Панк-рок начал делиться на разные музыкальные направления. Появились десятки новых стилей уже со своей идеологией, целями и видением мира. Я люблю всегда свой легкий труд. По ночам сижу, за ножом слежу, и руки вылезаю из костей. Среди слов лежу, обожаю гостей. Все дни, когда я на своей вырвали сила, у меня черепа перебираю. Книги, фильмы. Нет, фильмы, книги. А что? Что из них? Ну, ты знаешь, это у нас такой большой... Я читаю все, исключительно все. Но из реального, именно то, что с реального, типа Достоевского, как бы такой литературы, я читаю, чтобы она была смешная, веселая какая-то. Потому что я отрицательно отношусь вот, к именно к реальности. Всегда нахожу выше, хотя от него выйти. Для этого читаю всякие, ну, почему я говорю, фантастику, фэнтези, вот в этом плане, что-то волшебное такое. Ну, это не знаешь, что сказки. Не знаешь, что сказки. Люблю очень это философскую фантастику. Стругацких. Вот. Да что ты его своего спрашиваешь? У него чего Гек любимый рассказ? Мы потом! Навечно будет мне могилой! А шеша кроком голова была без лопатки, а береша, что любовь, а дверь слова. И то куряки, свистовешься, как говорил, на башевой последним делом. Богу слушай, пойду получше, я домой, чему не стоит бросить кружок. Oh,
свадьбе варят ужин, и познаем ветер был, а жене своей все время говорим. Нет, не я сам в жертве, приём забиваем, я сам коням говорю, Богема, богема. Богемный образ жизни, то есть какой-то, ну скажем, отдаленный от такой бытовой жизни. Вообще это все пустые слова, как бы слова. Ну нет, ну почему? Очень многие ведь артисты, в принципе, они живут очень отличной жизнью. Есть, мы, короче, у нас по утрам вырастают крылья белые, и мы летаем в воздухе, в принципе, до обеда летаем. А вечером мы сползаем с крыш, садимся и едим прекрасные креветки, выловленные только что из моря. Каждый божий день креветки. Так не только креветки, а по вечерам торты из креветок едим. А икрой обжираемся, как полные индюки. Шутка, конечно, это все. Ну, и вам просто... Маэстро, маэстро. Полночно хмуро сидит-то, но трактирщик понял, сердце палача разбито. Не брал бы, кто ты, я здесь тебя, приятель, видел. Что стряхло, скажи мне, клянусь дьяволом от тебя, а видеть голосу. Твои жуткие мучения толкала, кровь кричала, им это развлечение. Жизнь — игра со смертью, нет, я опять с тобой дверью. Побил ее я плетью, это считал ее я вот счастье. К России, к нашей родине, к родной. Ну, я не знаю, наверное, да. А в чем выражается вообще это? В музыке, в вашем поведении, в том, как вы ориентируете ваших поклонников? Во-первых, в том, что мы не хотим петь на английском языке, и поем на русском, и будем петь на русском, потому что наш русский язык — это наш, да? Английский язык — это их язык. Вы, я так поняла, очень отрицательно относитесь к сейчас эмтивизации нашей страны, есть такое слово. Эмтивизация? Это же, знаешь, я бы так сказал, мы к ней вообще никак не относимся. Потому что эмтивизация — это совсем другая вообще сфера. Не то, совсем не то.
Скорее, мы больше, не знаю, а, зомбины, к нам, к нам, нам больше ближе наше радио. За какой молодежи вообще видите будущее? За нормальную молодежь. Есть такая. Должна быть такая. Хочу пожелать, на самом деле, чтобы слушали, на самом деле, не только нас, и те, и другие. А побольше ходили в магазины, как Андрей правильно сказал. Неважно, я говорю, те, которые, как говорится, против нас. Вот пусть идут магазины, вот там выбирают диски, как можно больше смотрят настоящие, хорошие рок-музыки. Потому что рок-музыка – это самая разносторонняя музыка всех музык времен и народов. Мой колпак, я хотел любить, но вышло все не так. Знаю я, ничего в жизни не вернусь. И теперь у меня один лишь только был. Жизнь заключительный капец!